بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня, наши дорогие зрители, мы поговорим об одном богоугодном деянии, совершение которого не требует от нас больших усилий, однако приносит большую пользу. Мы поговорим с вами о посещении больного. Болезни – это непременный компонент нашей земной жизни. Этот мир в некотором роде находится по своим качествам между двумя обителями. Обителью счастья, коим является рай, и обителью горя, коим является ад. В раю есть только радость, покой и блаженство. Там нет болезней и страданий. В аду же, напротив, есть только одни страдания – и нестерпимые муки. В этом же мире, который является временным пристанищем человека, где он проходит испытания, в этом мире есть и радость, и горе, и блаженство, и страдания, и покой, и смятение. Радости здесь сменяются печалью, страх безопасностью, горе благополучием и наоборот. Когда мы испытываем в этой земной жизни радость и наслаждение, когда мы видим нечто прекрасное, радующее глаз, это напоминает нам о рае и о его нескончаемых блаженствах. И мы начинаем стремиться к нему и просить Аллаха о нем, когда же мы претерпеваем страдания, боль и лишения, тогда мы вспоминаем об аде, начинаем просить у Аллаха избавления от него и избегать тех поступков, которые могут стать причиной попадания в него. Итак, болезни – это неминуемый спутник человека в этой жизни. Время от времени болезни постигают то нас самих, то наших близких. И в их наличии кроется великая мудрость и замысел Всевышнего, о котором мы поговорим с вами в одной из наших будущих передач, иншаллах. Всевышний Аллах хочет от нас, мусульман, заботы о наших братьях. И одним из проявлений этой заботы является посещение их, когда они больны. Посещать больных – это весьма угодное Всевышнему деяние. Исламские ученые, знатоки религии говорят о том, что посещать больных – это коллективная обязанность мусульман, фард кифая. То есть, если никто из мусульман не станет посещать и проведывать заболевшего человека, то грех ляжет на всех тех, кто знал о нем. Если мы знаем, что больного посещает достаточное количество его родственников, соседей, друзей, то мы можем быть спокойны. И в таком случае посетить его станет для нас пусть не обязательным, но весьма желательным поступком. Если же есть больной, которого никто не посещает, например, это приезжий, у которого в нашем городе никого нет, и мы узнали о его положении, то мы обязаны навещать его. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что обязанностью мусульманина в отношении другого мусульманина является посетить его при болезни. Он сказал, мусульманин имеет перед другим мусульманином 5 обязанностей. Ответить на его приветствие, салям, посетить больного, проводить умершего, ответить на приглашение и пожелать блага чихнувшему. Не подобает мусульманам, верящим в Аллаха и в последнюю жизнь, не позаботиться о своем брате, который заболел. Не подобает не посещать его. Посланник Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллаха азза ва джалла якулу йаум аль-кияма я абна Адам, маридту фалам таудни, каля я рабби кейфа ауду». وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده
в день воскресения, в день суда, всемогущий и великий Аллах скажет: «О сын Адама, я был болен, а ты не навестил меня». Тогда человек скажет: «О Господь мой, как я мог навестить тебя, если ты Господь миров?» Аллах ответит: «Разве ты не знал, что такой-то мой раб был болен, а ты не навестил его? Разве ты не знал, что если бы ты его навестил, то нашел бы меня у него?» Задумайтесь над этими словами. Всевышний обратится к человеку, который не посетил больного мусульманина, с упреком и скажет: «Я был болен, а ты не посетил меня». Человек удивится и скажет: «Как я мог посетить тебя, если ты Господь миров?» То есть ты ни в ком и ни в чем не нуждаешься. И, конечно же, ты не нуждаешься в том, чтобы я посещал тебя. Ты совершенный, и ты далек от всех недостатков, слабостей и пороков. Слабости и недостатки, в том числе и болезни, не присущи тебе. И тогда Всевышний объяснит этому человеку, что речь идет о болезни одного из его праведных рабов. Угодники Аллаха, аулия Аллаха – это верующие и богобоязненные рабы Всевышнего. Такие люди на особом счету Всевышнего. И вот почему Аллах говорит тому, кто не навестил его праведного раба: «Если бы ты его навестил, то нашел бы меня у него». Когда такой раб болеет, Всевышний бывает возле него, близок к нему. Значит, он отвечает на мольбу человека, который болеет особо. Если больной помолится Аллаху за тебя, то весьма и весьма вероятно, что Всевышний Аллах примет его просьбу. Как же можно упускать такую возможность? Как можно отказаться от посещения больного, если сам Всевышний Аллах бывает близок к больному и к тому, кто его посещает? Хотите ли вы собрать плоды рая? У вас есть такая возможность. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна аль-муслима иза ада ахаху аль-муслим, лям язаль фи хурфати аль-джанна хатта ярджа». Поистине мусульманин, навещающий другого мусульманина во время его болезни, не перестает собирать райские плоды, пока не возвращается домой. Хотите ли вы, чтобы вас благословляли, то есть молились за вас 70 тысяч ангелов? Тогда навещайте больных. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «За любого мусульманина, навестившего больного мусульманина утром, обязательно станут обращаться с мольбами к Аллаху до самого вечера 70 тысяч ангелов». Если же он навестит больного вечером, 70 тысяч ангелов будут благословлять его мольбами за него до самого утра, и будут собраны для него плоды в раю. Приказывая посещать больных, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал арабское слово «ияда», а не слово «зияра». И это не случайно. Слово «ияда» означает не просто визит, а неоднократное посещение. То есть пока твой верующий брат болен, посещай его. Посещай его не один раз. Следует отметить, что под больным во всех этих хадисах подразумевается такой человек, болезнь которого не позволяет ему выходить из дома. Если же у кого-то легкий недуг, который не мешает ему выходить из дома, общаться с людьми, то навещать такого человека не требуется, однако при встрече следует справляться у него о его состоянии. Тот, кто собирается навестить больного, должен иметь правильное намерение. Он должен совершать свой поступок, желая угодить Всевышнему Аллаху и стремясь выполнить приказ его посланника, а не для того, чтобы показать себя людям, воспитанным, нравственным. Также, навещая больного, нужно иметь намерение сделать добро брату. И такое посещение на самом деле добро, потому что больной человек очень радуется, когда братья-мусульмане проявляют к нему внимание и навещают его. Еще одной пользой от посещения больного является напоминание больному о покаянии, об обращении к Аллаху с мольбами, о просьбе Аллаха прощения греха, напоминание больному о том, что если он должен что-либо кому-то, то нужно позаботиться о возвращении долгов. Если он кого-то несправедливо обидел, то нужно загладить вину перед обиженным. Желательно справиться у больного о его состоянии.
Если посещающий является обладателем знания, то ему следует помочь больному разобраться с теми вопросами, которые возникли у него. Например, разобраться в том, как ему совершать намаз, как очищаться перед намазом. В то же время нельзя быть назойливым при расспрашивании больного о чем-то, особенно если недуг тяжелый, потому что это может утомить больного, вызвать в нем раздражение. При посещении не следует засиживаться, потому что состояние больного не такое, как у здорового. И длительное присутствие чужого человека может отяготить его. Возможно, больной хочет побыть с семьей или обратиться к близким с какими-то просьбами, но в присутствии постороннего он может постесняться сделать это. Но если ты видишь, что больной хочет, чтобы ты посидел возле него подольше, радуется этому, тогда побудь с ним и порадуй его сердце. Постарайся вселить в сердце больного человека радость, потому что печаль и грусть усугубляют болезнь, являются одной из причин их продолжительности. И напротив, радость и доброе расположение духа способствуют, по милости Аллаха, более скорому исцелению. Не говори больному, что-то ты плохо выглядишь, или в этот раз я нахожу, что твое состояние ухудшилось по сравнению с моим предыдущим визитом. Это будет большой ошибкой, даже если твои слова правда. Напротив, ободри его. Скажи ему, что сегодня его состояние лучше, чем вчера. И это не будет обманом. Потому что даже если его физическое состояние и стало хуже, его положение как мусульманина, как раба Аллаха улучшилось. Ведь он за прошедший день увеличил багаж своих благих поступков. Он совершил 5 намазов. Он просил у Аллаха прощения. Он произносил слова «Ля иляха илляллах». Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Кроме того, обрадуй его тем, что болезнь – это испытание от Аллаха и возможность очиститься от грехов и получить великую награду за проявленное терпение. Собираясь уходить, попроси у больного дозволения. Твое уважительное отношение будет ему приятно. Кроме того, возможно, он попросит тебя несколько задержаться, и если ты ответишь на его просьбу, ему вновь будет приятно и будет радостно. Не забудем упомянуть еще одну пользу от посещения больных. Видя хворого, страдающего человека, ты вспомнишь о той милости, которую тебе оказал Всевышний. Ты поблагодаришь его за дарованное тебе здоровье и оценишь величие этого дара. Ведь человек познает величие и важность Божьих милостей только тогда, когда видит людей, лишенных их. Ты восхвалишь Создателя и попросишь его продлить ниспослание тебе добра и благополучия. И не забудь помолиться за больного. Это польза и для тебя, и для него. И лучше всего обратиться к Аллаху с теми мольбами, которым научил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему это лучше? Ну, во-первых, тем самым ты получишь награду за следование сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, ты избежишь неправильного изложения просьбы к Аллаху, ошибок и нарушения приличий в мольбе к Создателю. В-третьих, молитвы, которым научил нас пророк, это молитвы, ниспосланные от Аллаха. Поэтому они наилучшим образом охватывают то, о чем действительно следует попросить. Так передано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, навещал больных из числа членов своей семьи и проводил при этом своей правой рукой по телу больного и говорил: «Аллахумма раббаннас, азхиб аль-баас, ишфихи анта шафи, ла шифа илля шифаук, шифа ан ла югадиру сакма». «О Аллах, Господь людей, удали эту болезнь, исцели, ведь Ты исцеляющий, нет исцеления, кроме Твоего исцеления. Даруй исцеление, после которого не останется болезни». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посещал не только мусульман, но и больных не мусульман. И так однажды, когда юноша-иудей, который прислуживал ему, когда он заболел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, навестил его. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вошел к нему, сел у его изголовья и сказал: «Аслим», прими ислам, то есть
предайся единому Богу Создателю и уверуй в ниспосланный от Него Коран и последуй за отправленным им к человечеству последним посланником, пророком Мухаммадом. Юноша посмотрел на своего отца, который присутствовал при этом визите пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а тот сказал ему: «Ати Абуль-Касим», «Послушай Абуль-Касима», то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда мальчик принял ислам. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел от него и сказал: «Альхамду лилляхи, лязи анказаху минан-нар», «Хвала Аллаху, который спас его от адского огня». Если ты видишь, что твое посещение не мусульманина приведет к благу, и особенно если оно окажется спасительным для него, то не упусти этой благой возможности. Мы просим Всевышнего Аллаха благополучия в нашей земной жизни и в жизни вечной. Пусть Всевышний исцелит наших больных, простит нам наши прегрешения, помилует нас и наших умерших. Аминь. Ассаляму алейкум. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون